Согласен. С чем? Тёр кайфу. Кроссы, что ли, мне играете? Я когда смотрела, мы смотрели, короче, кроссы в этом в Манчестере, в Диор. Там они все похожи на фейк. Они прям капец как похожи на фейк, я не знаю. Кас это корейское пиво. Кас это... Фамилия. Портофино, да, город Италии. Они есть фейк. Нет, но это был, типа, официальный магазин Диор. Я не знаю. Мне ничего такого не понравилось. Тебе на хорошо, спасибо еще. Телефон у меня 14 Pro. Со спиной. Я ее сломала. Позвоночник сломала. И этот человек постоянно спрашивает, как мне спать. Мне очень приятно. Что с Том-нибудь? Хитро мне тебе нравится. Точка Бана. Что еще? Мне нравится Монклэр. Какие еще? Мне нравится диоровская косметика. Я ее часто пользуюсь. Блин, я могу вспомнить только из косметики. Белые. Там же сердечко получается, да? Лара Пиано или Примелла. Но если для пацана, думаю, Лара Пиано слишком распиаренная, а Брунелла никто особо не знает. Я из Алматы, по идее. Обратно в Казахстан я не знаю, когда. Может быть, я хочу бы свои покажи. Да, не мне ли это, не тебе ли это говорить. Зачем обратно? Номер 10 мой. Рини Блимен. Да, вливаюсь потихоньку. О, спасибо! За подарочек, спасибо за танки немцев. О, да, конечно. Да. Мне очень сложно просыпаться рано утром. Сейчас же где? Нет, по сути, Ктулу дама. Все такое Ктулу. Блин, по сути, кушать хочется, но у меня нет ничего, мне нечего кушать. Вот эти макарбасики, как мне? Противный. Вот, короче. Потом казан. Ай. Думаю, прийти и купить покушать. Мы пожили как питание, да. Я. Лондон, да, хмбат. А в остальных городах как-то хмбат не отпустить. Почему сложно покупаться, не читаешь, что не понимаю. А, потому что у меня джетлаг какой-то, мне это кажется. Хотя... Просто
когда я там была, когда я дома была, я обычно проспала в 10 утра. А сейчас мне приходится проспаться в 7.30. Я заставляю себя в 7.30 проспаться. Но получается так, то, что я... Офигеть! Почему у меня в моих эфирах всегда какая-то фигня творится? Вроде никто не уходит. Кошмар, ключи, девочки. Что случилось? Кстати, предупреждали об этом, но я не знала, что это будет именно сейчас, именно сегодня. Это, короче, типа учебное. Я не знаю, зачем. Ладно, я, короче, ресницы накрашу, потому что иначе я не могу. Комнату. Комнату я не хочу. Ну ладно. Короче, это такая кровать. Я ее неправильно дала, поэтому не знала еще. А что мне это? Там вот туалет. Шкаф. Это моя сумка. Это... Там мои сумки еще. Это мой Тайсон для волос. И, я не знаю, мне кажется, не стоит, да. Наверху у меня бардак. 5 кв. Что такое 5 кв? Сколько квадратов? Мне бы знать. Я не знаю. Ну, комната маленькая, да. Но я не жалуюсь, потому что я была в похуже комнате. Это было ужасно. Якоб, мину подружку Лару Колбаса. Максимум 10. Я не знаю. Привет, как изменилось. Серьезно? Я просто не накрасила ресницы, ребята. Я сейчас в комнате в Йорке. Сегодня, кстати, обещали мне очень скупую погоду. Я 2005 года. По сути, ресницы делают огромный дифференс. Видите? В смысле, не в Нью-Йорке? Нет. Не в Нью-Йорке. Не в старом Йорке. Который в Англии находится. Знаете, почему Нью-Йорк назвали Нью-Йорком? Потому что, по сути, они хотели его назвать Йорком, хотели назвать. Но из-за того, что в Англии был Йорк, они назвали его Нью-Йорк, типа Новый Йорк. Где? Шучу, не верьте мне, я не знаю. А зачем тебе столько краситься?